Девочки все добрые, улыбчивые. Я думаю, что они покажут себя. И занятие сегодня прошло на отлично. Девочки довольны, улыбались, выполняли все мои требования, которые я предъявляла им. Занятия прошли великолепно, и я им желаю только всего хорошего и удачи. Around your feet, you take a chance and try to make it through. Rewind, repeat. Another day, and you're closer to the sun. And time is up. Line up the hours, and you count them everyone. So scream. Занятие очень понравилось. Движения были очень энергичные, чувствуется, как мышцы подтягиваются. Девочкам понравилось впечатление моря, только положительное, естественно. И я решила для себя то, что продолжу эти занятия и буду периодически посещать бассейн. Было очень сложно выполнять движения, потому что на мышцы очень большая нагрузка. Некоторые движения, даже то, что можно сделать на суше, невозможно в воде сделать. Я просто делала и не понимала, как это вообще можно. Очень понравилось, особенно под конец, когда нам дали немного свободного времени. Мы повеселились, побегали. Очень понравилось, все прошло очень весело. Не зря говорят, в здоровом теле здоровый дух. Красота и спорт неразделимы, и сегодня у нас прошло отличное занятие по акваэробике. Большое спасибо хочется сказать нашему тренеру Людмиле и огромную благодарность директору ЦРТДЮ Шамрай Светлане Валентиновне. Зрители, которые следят за нашим телепроектом ежегодно, знают, что каждый год мы устраиваем какие-то спортивные мероприятия. А в этом году мы особое внимание уделили спортивной тематике, но самое интересное еще впереди. Следите за нашими репортажами. Финал конкурса «Мисс Научи Боксарс 2013» состоится 24 февраля в ДК «Химик». Билеты уже в продаже.